функции инспекторов службы пробации входит исполнение наказаний, не связанных с изоляцией для общества. Служба пробации осуществляет уголовный надзор, своего рода уголовная опека осужденных. Утро инспектора службы пробации начинается с построения плана работы, составления графика встреч с подопечными, обсуждения поведения поднадзорных. В течение дня инспектора проводят встречи с подучетными лицами. Осужденные обязаны являться в службу пробации и давать отчет о своем поведении на работе и в быту. С проживающими в городе поднадзорными лицами инспекторы встречаются на территории фронт-офиса отдела полиции, либо по местам проживания подучетных лиц. Работа инспектора службы пробации заключается в проведении бесед воспитательного характера с подучетными лицами, выяснение их условий их проживания, места работы, то есть какие моменты касательно их жизни. И основная цель службы пробации заключается – это недопущение, самое главное хотелось бы отметить, недопущение, профилактика совершения со стороны подучетных лиц повторных правонарушений. То есть чтобы подучетное лицо осознало всю свою ответственность за совершенное своему правонарушение уголовное, да, и уже в дальнейшем не переступало закон. Совместно с участковыми инспекторами проводятся проверки по месту жительства подучетного, где и с кем проживает, чем занимается в свободное от работы время, ведется контроль за его поведением по месту жительства и работы. На сегодняшний день на моем участке в поселке Пугачева на учете по разным направлениям состоят 32 жителя. Мы в ходе проверок в рамках РПМ посещаем подучетных по месту жительства. Совместно с УИС мы систематически проводим проверки. У данного гражданина нарушений никаких нет. Жалоб со стороны жителей также не возникает. В случае возникновения нарушений мы принимаем необходимые меры. Среди состоящих на учете из поселка Пугачева есть освободившиеся досрочно, ранее осужденные с условным наказанием. Всего 32 человека. Гражданин С осужден по статье 188 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За все время он не совершил ни одного нарушения, имеет троих детей. В данное время час дома, отдыхающий вот. Работа слага есть. Дом, пока домохозяйство, хозяйство, огород, занимаюсь. В данное время, пока не на работе, отдыхаю. Всем известно, что служба пробации обеспечивает исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, лиц, освободившихся условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания для оказания им социально-правовой помощи. В этой связи такие РПМ проводятся службы пробации систематически. В ходе проведения данного мероприятия проверяются осужденные к наказаниям, не связанные с изоляцией от общества, состоящие на учете службы пробации. Там в ходе проведения данного мероприятия все осужденные будут проверяться по месту жительства, с ними будет проводиться по месту жительства беседы, с ними, с их родными. Главная цель – это недопущение и профилактика совершения с их стороны повторных правонарушений. На сегодняшний день на учете службы пробации состоят 155 граждан. Подучетные лица обязаны отмечаться в службе пробации и отчитываться о своем поведении, исполнять возложенные на них согласно приговора либо постановления суда обязанностей. Например, не покидать место постоянного проживания после 22 часов до 6 утра следующего дня. В случае нарушения установленного порядка отбывания наказания службы пробации готовятся материалы о замене неотбытой части срока наказания на лишение свободы. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».